С сентября 2022 года в силу вступают новые правила присвоения статуса застрахованности для самостоятельных плательщиков в системе обязательного социального медицинского страхования. Теперь статус можно получить, оплатив взносы за 12 месяцев вперед. Как показывает практика и анализ обращений, неработающие и самозанятые не заинтересованы в уплате взносов за прошедший период. Поэтому для них был разработан альтернативный вариант участия в системе УСМС. Он позволяет производить оплату за 12 будущих месяцев для получения статуса застрахованного. Оплачивая взносы за предстоящий период, граждане имеют доступ к медпомощи в перечне УСМС в течение всего года, то есть до августа 2023 года. Ожидается, что новым механизмом оплаты воспользуется порядка 30% незастрахованного населения. Соответственно, им будет доступна медицинская помощь в УСМС.